В Моналинском районе прошел областной слет «Юный спасатель». Цель – всестороннее развитие подрастающего поколения, подготовка к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, а также знания и совершенствование навыков реагирования в чрезвычайных ситуациях. Организатором мероприятия выступил областной департамент по чрезвычайным ситуациям. Инжу Садакпаева, ученица 10 класса, увлекается стрельбой из винтовки. Регулярно участвует в военных состязаниях, оттачивая свое мастерство. Как говорит девушка, цель ее участия – проверить свои силы и войти в состав лучших. Мы собрались здесь, чтобы испытать свои силы в соревнованиях. Думаю, что у нас есть неплохие шансы на победу. Я очень люблю тир. Начала с участия в конкурсе «Мергендер Аруна». Затем пошли военные соревнования. Занимаем призовые места, но не расстраиваемся, если проигрываем. Для нас это скорее хорошая возможность увидеть наши минусы, недостатки и развиваться дальше. В слете приняли участие 7 команд из районов и городов региона, более 50 юных спасателей. Учащиеся соревновались по 5 этапам – боевое развертывание, эстафета, представление, определение взаимовыгодных сильных сторон. Одной из главных задач в сфере гражданской защиты Департамента по чрезвычайным ситуациям является разъяснительная работа среди населения, в том числе доведение правил безопасности до подрастающего поколения. И сегодняшнее мероприятие – это закрепление и применение знаний на практике. Слет «Юный спасатель» мы проводим совместно с управлениями образования, физической культуры и спорта. Каждый район, город представляет одна команда. По итогам областного слета первое место заняли жители Бенью, второе место завоевали ученики Каракианского района, третье – команда из Актау. Асель Канширова, Саламат Тавмуринов, Дидар.